Всем привет, и вы на канале Марибат, с вами Диана, и перед тем, как смотреть это видео, подпишись на мой канал, на мой инстаграм, не забудь про лайк и колокольчик, и написать свой неистовый комментарий. Я решила выполнить довольно-таки популярный челлендж среди художников 30 секунд, 3 минуты, 30 минут, это время, за которое я должна нарисовать скетч. Для этого дела я буду использовать простой карандаш 2B мягкости и, конечно же, обычный ластик от Кохинур. Ну и, конечно же, планшет в качестве секундомера. Я уже выставила 30 секунд, теперь нажимаю начать. И да, за 30 секунд мало чего можно успеть нарисовать. Я сделала только небольшой такой каркас, хотя это даже каркасом назвать сложно. Но как я заметила, что у всех художников, у которых рисовали 30 секунд, получаются не очень скетчи. Значит, я не исключение. Потому что действительно за 30 секунд мало чего можно успеть нарисовать. Я даже эту частичку видео не ускоряла, поскольку 30 секунд уже не стоит ускорять. В принципе, и так понятно, что у нас получилось, но я покажу поближе. Да, вообще ничего особенного, просто несколько линий и все. Дальше я уже себе выставила 3 минуты и решаю за 3 минуты кое-что нарисовать. В принципе, за 3 минуты получилось лучше, чем за 30 секунд, потому что здесь у меня было больше времени, и я нарисовала действительно эти детали, но не все, но, по крайней мере, получилось довольно-таки круто. И более-менее закончено, как для 3 минут. Я покажу вам поближе, как я нарисовала за 3 минуты. В принципе, получилось довольно-таки нормально, как для 3 минут. Здесь уже есть глаза, брови и все такие важные детали, которые должны присутствовать в этом рисунке. Даже смогла некоторые декорирующие детали добавить. Дальше я уже себе выставила 30 минут. И да, целых 30 минут у меня камера особо не снимала, поэтому она у меня перейдет в некоторых частях уже в конец. Так что вы вполне себе скоро увидите данный результат. Я решила немножечко, кстати, изменить форму глаз, потому что я хотела его сделать более качественный, этот скетч. И действительно, мне нравится, как начало получаться. Хотя я за эти 30 минут могла бы и успеть даже покрасить этот скетч, но я считаю это слегка, ну, нечестным, потому что предыдущий скетч я не красила, и оно будет не особо-то и круто выглядеть. Все-таки мне не нужен здесь был контраст, мне нужно было увидеть разницу между 30 секундами, 3-минутными и 30-минутным скетчами. Может, я еще сделаю такой челлендж, но уже с покрасом, но навряд ли. Если, конечно, будет большой спрос на этот ролик. Кстати, мягким карандашом легче делать тени и какие-то мелкие даже волоски. Не знаю, но на этих моментах я очень сильно релаксировала, и я даже забывала о всяких таких штуках по типу фон и того подобное. Я очень долго работала с волосами. Кстати, да, но я все-таки взяла себе линер, потому что я хотела все-таки как-то украсить данную работу и ее доделать, потому что она выглядела не очень-то и доделанной. Захотелось мне побольше графичности, поэтому я добавила линер от Centropen, кстати, 0,1 мм. И данный скетч мне так стал больше нравиться, но все равно есть какие-то ошибки, которые я вижу и которые мне не нравятся, но я о них сейчас говорить не буду. Кстати, на моем инстаграме уже недавно я выложила некоторые арты, хотя я там очень редко чего пощу, поэтому туда подписывайся, там интересно, там действительно интересно и красивые публикации. Ну вот результат данного челленджа, и да, уже ролик подходит к концу, и я надеюсь, что тебе это видео понравилось, и ты подпишешься на мой канал, на мой инстаграм, не забудешь про лайк и колокольчик, и напишешь свой неистовый комментарий. Ну и пока-пока!